Здравствуйте, друзья. У нас тут вечерний класс. И я где-то уже в половину 12-го возвращаюсь домой. И по дороге рассказываю о том, как будет работать переходный период в ценовой политике для тех, кто сегодня знает, что хочет учиться. Вот, мы даем им возможность остаться там как бы на старой цене. Происходить это будет таким образом. Есть две разных как бы группы людей. Есть те, кто собирается приехать учиться. И у нас ближайшая группа будет 3 февраля. Она еще идет по старым делам, и там никаких изменений с ней не будет. А вот уже следующая группа будет в апреле. Вот апрельская группа идет по новым правилам, соответственно, там будет больше часов, там будет больше цена и так далее. И для того, чтобы и апрельскую группу, и любую другую после, которая там будет, значит, для того, чтобы забить старую цену, нужно до начала нового класса, до 3 февраля, нужно будет зайти на страничку, у нас есть на сайте, для регистрации студентов, и на этой страничке заполнить формочку. Значит, я не хочу давать ссылку на эту страничку просто так, как бы в пустоту. Дело в том, что для того, чтобы к нам приехать на full-time курс, человек должен пройти со мной личное интервью в скайпе. Поэтому мы это делаем так. Значит, человек записывается ко мне в скайпе на М. Портнов, одним словом, М. Портнов, я напишу там в описании к видео. Он записывается в скайпе, мы с ним разговариваем, проводим это, значит, собеседование. Если он его прошел, то я ему даю ссылочку, и он по этой ссылочке регистрируется. И таким образом, значит, если вот этот разговор и эта регистрация произошли до 3 февраля, то, соответственно, значит, у него сохраняется на full-time программу цена 3000. Теперь следующая группа людей, которые, как бы, о которых мы заботимся и которых хотим как бы поприветствовать, что ли, в хорошем смысле. Значит, это люди, которые сегодня играют в лотерею, которые 1 мая, ну или там вокруг 1 мая, узнают о том, выиграли они, не выиграли. И, значит, мы дадим месяц, значит, с 1 мая до 1 июня у них будет месяц, чтобы то же самое, значит, обратиться в скайпе и не проходить интервью, потому что это может довольно долго занять, пока они там будут со своими делами разбираться. Но, во всяком случае, они могут формочку заполнить. Я в индивидуальном порядке буду им давать форму, ссылку на эту страницу. Они будут ее потихонечку заполнять там, кому захочется. И вот таким образом это будет происходить. Если какие-то вопросы возникают, вы тогда, может быть, задавайте в комментариях под этим видео. Вот, и я постараюсь ответить так, потому что у меня такое ощущение, что я вроде бы все сказал, но опыт мой жизненный подсказывает, что всего сказать невозможно. Наверняка будут какие-то хорошие вопросы, значит, вот все будет в комментариях к этому видео. А я тогда уже все, что не относится непосредственно к обсуждению, я просто из комментариев буду удалять, чтобы не засорялось вот то, что относится к делу. Все, счастливо!